Приветствую вас, друзья, подписчики и зрители. Сегодня у нас на обзоре цифровой приемник Т2. Модель Romsat TR9005HD. Почему захотел сделать обзор? Потому что очень много пишут в комментариях, что данный производитель, приемники недорогие, там несколько моделей есть. Мини, что-то такое и стандарт, точно не помню. Короче, суть в том, что данная фирма выпускает приемники, и все они при переключении каналов, у них задержка до 3 секунд или больше. Сам я не знаю, видео обзоров не смотрел, поэтому хочу сделать, посмотрите и заодно покажу подключение. Может, кому мало рекламы с бабушкой, и кто-то не знает, как подключить. Поэтому обзор, подключение и настройка первоначальная, и проверим, как каналы. Поехали. Так, что нас встречает? Инструкция пользователя. Сам приемник цифровой в пакетике. В предыдущем году я покупал за 300, не такая модель, конечно. Этот стоит 460 гривен в Фокстроте, бесплатная доставка на дом. Так там не было кнопок, здесь есть, это удобно, если сели батарейки, потому что в том, если сели, не переключить никак. Батареечки есть, тюльпаны, блок питания и пульт. Стандартный пульт, в принципе, вот есть пульт от спутникового приемника, ну почти то же самое, все однаково. Давайте поставим батарейки в пульт. Питание подключаем в разъем питания, тюльпаны любой стороной подключаем, соответственно, цветам желтый, это видео сигнал аналоговый, белый, звук, левый или правый канал, и красный также самое. Есть HDMI, но у меня нет HDMI кабеля. Подключение очень простое, подключаем, вот аудио есть написано, но соответственно цвета красный, белый и в основном идет желтый, но у меня зеленый, потому что здесь есть еще возможность другого подключения, но вот он подписан видео, значит желтенький. Вот сюда. Итак, друзья, я переместился к другому телевизору, потому что на том телевизоре нет аналоговой антенны, там только спутниковая. Я забыл об этом. Но ничего, получается очень хорошо, покажу на разных телевизорах, как подключать. Вот смотрите, есть на этом телевизоре тюльпан, и также есть вот такой вот, я не помню, как он называется, вход старый. Если у вас такой вход, и вы хотите подключить Т2, вам нужно подойти, где продают такие приемники в специализированных магазинах, либо на радиорынке где-то купить вот такой вот переходник с такого на тюльпаны. Есть они коротенькие, сюда втыкаются, и у вас уже таких три тюльпана на том переходнике. Ну, в этом телеке есть, как и в том. Значит, продолжаем наше подключение. Вот одна сторона провода, вот вторая. Как я говорил, вот желтый, белый и красный. Подключаем, разворачиваем. Телевизор подключен, нам осталось только подключить антенну к тюнеру. Сейчас я вытащу, вот антенна, и вот ищем, где у нас IN, вот есть IN, вот сюда. Сюда, в принципе, физически не уткнуть антенну. Подключаем, приемник втыкаем в розетку, телек включаем. Давайте вот так вот камеру, вот он я. Телек я включил, нужно переключить на, если пульт у нас работает, я переключу, вот есть, вот, ну здесь украинский язык, но мы выберем русский, вот русский, страна Украина, питание антенны выключено. Так, выбор поиска открытое, и начинаем, нажимаем ОК, вот, поиск программ. Нажимаем, так, выберите частотный канал приема в вашем регионе, настройте антенну для получения максимального по шкале качества. Ну, у нас здесь все 0, ага, то есть нужно выбрать, где есть качественный сигнал, да, у нас 0. Короче, качественной связи я нигде не нашел, ни на каком частотном канале, поэтому 21 на ось и нажимаю ОК. Попробуем.
Ну вот, нашло несколько каналов. Я думаю, что 32 найдет до конца. Я надеюсь, они все будут показывать. Как сами видели, я выбрал 21. Я не знаю точно, какой нужно выбирать, но на любом у меня качественного сигнала, ну то есть шкала качества была на нулю. Поэтому как-то так. Да, немножко, конечно, само видео, картинка, вот присмотритесь, где это. Вот, заметно, что она сначала немножко притупливает, секунды 3, но переключает сразу. Ну вот, теперь вы будете знать, о чем идет речь, когда пишут комментарии, что тормозит при переключении. Сама картинка немножко, как бы, притормаживает, но потом набирает скорость и нормализуется. Вот такие вот дела. Такой вот обзорчик был, друзья, на наш цифровой приемник. Давайте еще в меню посмотрим, какие возможности USB, фото, видео, то есть какие-то форматы он читает. Проверять я не буду, конечно. Если кому интересно, я могу позже снять видео. В интернет выйти с помощью Wi-Fi приемника, скорее всего, нет возможности. Но записывать на флешку, по идее, есть возможность. Да. Вот такие вот дела, друзья. Такой вот обзорчик был. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, друзья.